Для любителей искусства Нью-Йорка карантин наконец закончился. После 6 месяцев закрытия можно вновь увидеть шедевры Моне или Пикассо, полюбоваться статуями Джакометти. На этой неделе знаменитый музей современного искусства на Манхэттене МОМА вновь открыл свои двери, хотя в залах пока не так многолюдно, как прежде. Мне нравятся картины Пабло Пикассо и Жоржа Сера. Это два моих самых любимых художника. Как только я узнала, что музей снова откроется, я сразу же купила билеты, потому что сказала себе, мы должны туда пойти. Метрополитен также вновь открыл свои сокровища для публики, но пока лишь для ограниченного круга лиц. В музеях Большого Яблока действуют строгие правила. Здесь нужно носить маски, на входе измерять температуру и прежде всего заранее забронировать временной интервал для посещения. А максимальная заполненность помещений не должна превышать 25% от вместимости. Поэтому в первый день открытия Метрополитен посетили менее 10 тысяч человек, вместо приходивших обычно по субботам 30-40 тысяч. Пандемия сильно ударила по бюджету нью-йоркских музеев, которые гораздо больше зависят от продажи билетов, чем европейские.